Ну, очнись. Ты очнулся? Я вижу, Мне да. нужен броник. То, что стрим пропадает, я вижу. Мне нужен броник. Хороший лук. Ничем не заменишь. Угу. Господин, вы живы? Ой. Могу подлатать вам доспехи, господин. Меня прислала госпожа Масаку. Сказала, я могу забрать то, что ты сейчас чинишь. Доспехи. Такую хорошую работу нынче редко встретишь. Сейчас принесу. Доспехи клана самураев. Прочные и надежные доспехи. Раньше набежали к сыну госпожи Масако. Доспехи прекрасно сели, господин. Они превосходные. И хорошо вам послужат. Но если в них что-то вам не по вкусу, можно и подправить. Нужны будут только материалы. Спасибо. Вот. В смысле? Интегратор снарядов? Конечно. Так, что я хотел? Я хотел снять шлем. Не, повязку. О, вот это я понимаю, вот это вот доспехи. Не вот это читерное, а вот это вот. Уменьшение любого урона среднее, увеличение запаса здоровья среднее. При получении урона накапливаются очки решимости 15. Большой средний. Они потенциально лучше моих. Ну, это время. Я там в любом случае, скорее всего, буду ходить в этом. В одежде просто. Добрый вечер, господин. Так, господи. Ваше доверие, честь для меня. Что я еще хотел? Я хотел, по-моему, оружие поменять. Да, давай мою оригинальную катану. Голубой. У него цвет клана это голубой. Ты забрал доспехи. И у нее тоже цвет клана голубой. Они мне впору. Они принадлежали моему старшему, Сигисато. Сыну. Это честь. Я поговорил с монахом. Что он сказал? Предлагает вам укрыться в храме. Да, чтобы убийцы знали, где меня искать. Нужно уходить. Мне кажется, она тоже подозревает, что монахи как-то с этим связаны. Вы думаете, за резнёй стоит Соган? Он был в моем доме незадолго до убийц. Этот тощий подлец их разведчик. Это еще не доказательство. Нет, но вызывает подозрение. Соган прибыл из Камиагаты как раз в начале осени. Когда мы узнали об угрозе нашествия? Чтобы погубить мой клан, нужна была тщательная подготовка. И война, чтобы скрыть измену. Под шумок зарезали всех, да? Политика. Где этот монах? Вот и Соган. Спешит куда-то. Пусть волк сам приведет. Да, я так и думал, что он... Ой, предатель! Можем спуститься здесь.
послали меня его напугать. Чтобы он растерялся и совершил ошибку. Теперь он ведет нас к своим друзьям. Будьте рядом, нас не должны увидеть. Побежал. Нос чешется, жесть вообще. Как будто пыльца в воздухе. Хоть бы никто не видел, как я ухожу. Прячьтесь. Он нас видел? Вряд ли. Ушел дальше. За ним. Никого нет, все кажется, ты чё? Тут никого. Мяу. Мяу. Кто там? Кто там? Припасы валяются прямо на этом. Нормально так. Цветы. О, цветочки. Вскройтесь. Навсегда. Оно вскрылось. Быстро. Откройтесь. Ой. Подойдем ближе. Сюда. Пройдите слева от входа в характер. Масако жива. И теперь с ней самурай. Так вот, кто перебил наших людей в поместье. Вы болваны. Теперь они знают, что я в этом замешан. Найдите их! Чего раскричался-то? Я спрячусь здесь. А вы идите и убейте их. Что именно, досмысленно? Эти люди убили мою семью. Мне нужен монах. Остальных прикончи. Я здесь! Ну, покажи свое искусство! Я! За гневого фазана садовник себя того. Чего? Вообще не понял, о чем ты. Заклад Анати! Меня так просто не возьмешь! Катайте мне. Сначала надо убрать трупы, чисто по-самурайски, помародерствовать немного. А потом уже остальное, трактир.
Тебе некуда бежать. Это ты погубил клан Адати. Я доставлял послание. От кого? Знание не облегчит страданий. Да что ты знаешь о страданиях? Масако. Я хоронила своих родных одного за другим. Несколько дней. Бабушку расстроили. Но тебя я оставлю для волков. Он нужен живым. Пусть скажет, кому служит. Наш мир изменился. Те, кто это видит, встают ему навстречу. А тех, кто мешает, нужно убрать. Это же были дети! Масако! Он бы нам ничего не сказал. Мы должны узнать правду. Что-то должно подсказать. Поищите снаружи. Я здесь все осмотрю. Закончишь, приходи. Короткий лук, доступно улучшение. У них кончилась еда. Они здесь уже давно. Круто это, когда у тебя еда кончается. Имена и символ. Список заговорщиков. Соген, Садао, Майя, Кадзивара, Амура. Масако может их знать. Бабюшка! Нашел что-нибудь? Здесь список имен и символ клана. Эти люди носили такой же символ. Я никогда его не видела. Враждебный клан. Они хотят захватить власть. Нужно их остановить. Остановлю. Одна вы не справитесь. Когда об этом узнает мой дядя, он заставит предателей ответить за все свои злодеяния. Помогите мне, и мы покараем убийц ваших родичей. Вместе. Когда отправишься спасать своего дядю, я помогу. Спасибо, госпожа Масако. Но до тех пор у меня есть дела. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Кого дядя того? Сделайте перекат, концентрация. А, угу. Сделайте перекат, ага, понял. Угу. Стойки. Два пронзающих удара. Да я им не пользуюсь. Ага, вода, бурный поток. Там у нас еще. Удерживая блок, парированием отбрасывать. А, парированием. Это вовремя, если нажимать. Можно отбивать стрелы. Удар с уклонением. Удар с уклонением эффективен против медлительных. Исследование. Угу.
Ветер здоровья. Это легендарные. Наброситесь на врага и нанесите ему быстрый удар. А, типа пнуть ему? А, причем? Понял. Исключена техника. Берегов все нет и нет. Привычка у меня есть такая. Малый оберег. А, это квест. История Исикавы. 2 из 9. 2 из 9. Путешествие собранный на кузнец. Это квесты какие-то главные, да? Малый берег пользы. 2 шелка. Легенда укрепляется малая. Ну, продолжим тогда с этой тетей. Встретись с Масако в золотом храме. Че, а мясо где? А, с оленью ничего не дается, что ли? Понял? Оленей можно не убивать. Ни мяса, ни кожи. Это его лучший друг. Как его можно мясом называть? Так, где-то тут должен быть этот мастер луков. Мастер луков. По-моему, вот это, да? Нет, это меч. А где у нас лук? А, вот там, наверное. Еще один самурай? Живой? Я думал, остался только господин Дзинраку. Я о нем не слышал. Он живет в Касине, господин. Он будет счастлив вас видеть. Я бы с ним познакомился. Карта обновлена. Починить вам лук, господин? Этому луку нет равных. До свидания. До свидания. Мы с тобой еще встретимся. Оружейник, бронник, мастер луков, а вот ты здоров. Я говорил с другими выжившими. Они в последнее время часто находили тела монголов. Блин, привычка у меня нажимать эту херню, чтобы карту открыть, а тут все иначе сделано. Господин Сакай, скорее сюда! Госпожа Масако, есть вести об убийцах вашей семьи? В списке, что мы нашли, первое имя Садао. Это староста деревни Кута. Кута служила вашему клану. Почему он вас предал?
Потому что он неблагодарный мерзавец. Мой муж сам назначил Садао старостой, чтобы негодяй потом убил его детей. Я знаю, что он спешно бежал из Куты в ночь нападения. Значит, прослышал, что вы выжили. Садао — коварная змея. Но его брат Хати — глупец. Он только что проехал мимо храма, повез еду для беженцев. И наверняка заглянет туда, где прячется брат. Вот тут-то мы его и поймаем. Предводитель. Надо идти, иначе мы его упустим. Пошли. После всего, что случилось, не ожидал вновь увидеть вас в этом храме. Я пришла, чтобы отыскать брата Садао и оплакать мертвых клана Адати. Вы дали семье достойное погребение? Нет, пока убийцы на свободе. После смерти отца я простился с ним в ту же ночь. Это помогло унять боль. Я похоронил его. Довольно и этого. Пока что. А когда вы в последний раз спали? Колчана нормального нет, потому что... Вчера. Даже юным воинам необходим отдых. И сытый живот. Ты считаешь меня старой, господин Сакай? Я бы не осмелился. Будь уверен, моя рука тверда. Моя рука тверда, как и нога. Моя нога тверда. Почему так не говорят? Мы уже должны были нагнать Хати. Куда он мог пойти? Обе дороги изъезжены. Осмотрим здесь все. Он где-то рядом. Ищите Хати. Ну да, моя нога тверда. А почему так не говорят? Нога же тверда. Моя нога тверда, я всегда могу убежать. Так, а там... А, где-то в этой зоне, да? Масако, там человек с тележкой. Это Хати, брат Садао. Это ты зря, сейчас убью кого-то. Уходит. Последуем за ним. Близко, но не попадаясь на глаза. Не вредничай, Ринго. А то потом морковки не получишь. Монголов каждый сам за себя, дружище. К нему кто-то пришел. Нельзя, чтобы нас увидели. Еда, вода. Вся ты. Покажи. Еда, вода. Пожалуйста. Еда, вода. Пока нет. Зато есть кое-что для вашего гостя. У них встреча. Мы передадим. Он передал им записку. Я еще загляну, как обычно. Мы будем ждать. Забудь о повозке. Следуй за лошадьми. Забудь о повозке. Хоп-хоп-хоп. Он полный болван. Он брат старосты.
Все равно болван. Брат старости. Но Саке у него славное. Сегодня он Саке не принес, только записку. Эта записка дороже твоей жизни. Если мы ее не доставим, староста нас убьет. Садао человек семейный. Только семья скверная. Его братья разбойники. Помните бунты из-за нехватки риса? Поместье Кута. Да. А кто, по-вашему, нанял разбойников, чтобы убить бунтовщиков? Садао, староста. Трус. Так и знал. Вот-вот. Так что не забывайте о резне в Куте, когда вспоминаете старосту. Пока что да. Поговорите с... Так, куда? Где она? А, вот она, блин, хера себе ты забежала. Скрытная ниндзя. Дом Дровосека. И там разбойники. Двоюродные братья Садао. Наверное, он здесь. Мы этого не знаем. Но скоро точно выясним. Кто ваш лучший воин? Кто ваш лучший воин? Больше ты никого из нас не убьешь. Нихера себе вас. Гоу! Гоу! Прям по красоте прям. И лучников, и этих, и копейщиков. Ну, что-то их многовато было так-то. На мой вкус. Мертвецы не отвечают на вопросы. В доме кто-то есть. Он и ответит. Позвольте сперва мне. Записка. Искал Садао. Хати передал ее охранникам. Где прячется, не сказано. Письмо от Садао. Хина, поползли слухи о моем участии в резне в поместье Адати. Я знаю, что это не ты меня выдала. Тебе известно, что это подвергнет опасности не только мою жизнь, но и твою. Не показывайся никому и ни с кем не разговаривай, пока я не пришлю людей. Верь моим братьям, они верны мне и смогут тебя защитить. Если увидишь кого-то с этим знаком, сразу убей себя. Люблю тебя, Садао. Не надо бояться. Мое имя Сакэ. Надо бояться, там сумасшедшая бабка. Жена Садао. Мой муж невиновен. Это монголы убили вашу семью. Где твой муж?
Я не знаю. Ты лжешь. Она поможет. И здесь ей быть нельзя. Я заберу ее в свой дом. Я думаю, бабка ее убьет. Она же убьет меня. Никто тебя не тронет. Убьет, убьет, я уверен. Предводитель. Новое очко. Новое очко разблокировано. Оберег решимости 1. Оберег пользы. Увеличивает обретенную решимость на 15% значения. А, подожди. Так вот. Потом вот так вот. И все, да? Это большие обереги, есть еще малые. Или наоборот. Непонятно. Дневник обновлен, супруг. Ну, прямо тут есть быстрое перемещение есть, да. Раз оно все рядом, я предлагаю, как бы. Умница, папа. Особо не бегать. Извилистая тропа. Эй! О, вот и монголы. Что-то новое. Раньше этого не было. Что-то лошадка. О. Тис. Это не моя лошадка. 23 припасы. Так, тут что-то рядом есть. Я предлагаю изучить то, что тут рядом. Это что? А вот дальше туда, да? Ты залез на камень! Нихера себе! Ты умеешь залезать на камни? Ну нихера себе! Какой вид! Ой, вдаль! Святилище солнечной вершины, что? А и что это означает? Ну ладно, сейчас посмотрим. Такое чувство, как будто за мной кто-то ходит. Или это эхо? Блин, такой. Так, что-то я не понял. Тут ладно, понятно. Тут как-то надо залезть наверх, я так понимаю.
Но вот там что-то сбоку было еще. А, так там источник. Слушай. Там горящий источник, я вижу его. Конечно, можно. Они для этого и сделаны. Смотри, что даже голую жопу показали главного героя. Не возбуждайся только. Размышление. Мой отец, мой дядя. Мой отец. Давай-ка. Никогда не забуду день, когда убили отца. Я спас бы его. Будь я старше и сильнее. Если бы не испугался. Максимальный запас здоровья увеличен. Вот опять жопу показали. Где здесь? Где прямо здесь? Так. Ну туда стопудово как-то можно подняться. Надо понять как. Как нам туда подняться? Вот тут может где-нибудь, нет? Тут не цепляется, значит нельзя. Тут тоже никак. Может быть где-то там подъем? Опа. Тут что-то упало. Тут у нас... Нет, явно не подъем. Ну, мне кажется, я на правильном пути. Осторожнее, господин. Дорога здесь опасная. А, во, подъем, все, понял. Опасная для самурая, но не для жрицы. Что ты тут делаешь? Ах ты, моя ночная жрица. Ухаживаю за святилищами. Когда война закончится, люди снова будут искать врата Тории, чтобы пройти к святилищам и попросить у богов защиты. Защита не помешает и сейчас. Да, но путь очень опасен. Я хотела добраться до ближайшего святилища, но чуть не разбилась насмерть. Может, мне попробовать? В детстве я облазил рядом с домом все деревья и утесы. Если у вас получится, помолитесь за наш остров и возьмите себе оберег Амамори. Носите его близко к телу, и он изменит вашу судьбу. А может и судьбу Цусимы. Спасибо. Судьба Цусимы. Ищите врата Тории. Их на острове много. Они укажут вам путь к святилищам, где лежат обереги Амамори. У те врата, помните? Вот про них она говорит. Такая арка стояла где. Так. Ага. Немного обвалилась. Ага. Проползаем. Стояла арка внизу. У меня так нос чешется, жесть вообще. Ты просто очень внимательная. Бамбук. Так, понял. Это цветы? Цветы. Цветочки.
Господи, что такое? Так, бамбук. В смысле, не ломай. Чё мне не ломать? А куда дальше? Я, может, что-то не вижу? Может быть, я что-то не вижу? Иди, иди, иди. Почему ты отсюда не идешь никуда? Что-то странно как-то. Ой. А, во, все. Это чего? А, во, все, добрался. Добрался. Ага. Оп. 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 Привет, Юнь. Вот такие вот врата стояли внизу. Бум-бум. Теперь вопрос на засыпку. Как мне отсюда слезать? На берег Аматерасу. Берег богини солнца. Убийство врагов останавливает немного здоровья. А, то есть... Я понял. Ага. Это то есть за большой амулет. За убийство, которое мне ХП восстанавливает. Я понял. Восковое дерево. А, во. Благо есть быстрый спуск. Так, мы идем дальше к бабке. Сюда! Ты славный конь. Славный конь, Нобу. Ну, я думаю, разработчики понимают, что... Не всем понравится спускаться вниз. Но! И это не очень удобно, более того. Вот, вот такие врата, видишь, висят, стоят. Внизу, и они означают, что рядом святилище. Олени. Ту-ту-ту. Опа. Сразимся! Давай, сразимся. Я бы пообещал тебя похоронить, да не стану. Сдохни! А как же честная дуэль? Тебе вранье! Легенда о тебе? А по мне легенда ходит? Опять кого-то грабили, да?
Кто там кряхтит, блин? Дед старый. А, он живой еще. Был. Я думаю, кто кряхтит, блин? Как дед старый, прям там. Кого жалеть? Разбойников? Грабителей? Я его пожалел, избавил от страданий. Там же именно добивание называется. Избавить от страданий. Этой жизни. Так, что там у нас? Господин Сакай. Господин Сакай. Старушка. Госпожа Масаку, жена предателя сказала, где он прячется? Когда я спрашиваю, она сразу опускает глаза и в слезы. Легко понять. А мне что делать? Может, ее очарует молодой самурай? Она в доме. Ждите. Один хер она ее убьет. Я уверен. Супруг. Ну потом. Господин. У меня пока нет этого. А, ну он. Юна и брат кузнец, они где-то тут, по-моему, должны быть. Да, мы с Юной выяснили, что ее брата держат в лагере. Пленных, который находится. Вот тут он. Вот надо далеко просто идти. Госпожа Масаку хочет меня убить. Это видно по глазам. Я ей не позволю. Но мне нужна Врет. Помощь. Я рассказала все, что знаю. Врет, как дышит. Хатя относит твоему мужу послание. Она знает, где он. Рано или поздно Масака найдет их обоих. Нет, вы должны его спасти. Мне нужно добраться до него раньше нее. Где он мог спрятаться? Ты его знаешь. Дайте подумать. Это важно, Хина. Твой муж убил невинных людей. Я вернусь. Твой муж убил невинных людей. Ну? Тебя хотя бы кормят? Я дал ей время подумать, где он может быть. Что ты ей предложил? Давайте пройдемся. Туда, где она нас не услышит. Сейчас убежит просто и все. Я вижу, что блестяшка. Я сказал Хине, что попытаюсь спасти ее мужа. Ты же знаешь, что я его убью. Мне нужно было ее доверие. И ты солгал. Я сказал, что попытаюсь. Врун. И это правда. А что ты ей скажешь, когда ничего не выйдет? Скажу, что вы не сумели его простить. И я не мог встать между вами и правосудием. Ты говорил, у меня осталась одна стрела, и в Каутине тоже одна стрела. Я смотрю. Гибель моей семьи все время перед глазами. У вас была родня, прежде чем вы перешли в клан Адати? Вы можете вернуться к ним? Мой старший брат умер несколько лет назад. А сестра, на нее напали убийцы. Я узнала ее только по золотому поясу. Зря я напомнил вам о том дне. Я никогда не забываю. Здесь должна быть музыка. Что? Здесь мы с внуками сочиняли песни. Так мы чествовали смену времен года. Я больше этого не услышу. Пройдите влево, ну, спасибо. Ро!
Хина. В дом, скорей! Свои же убьют, да? И зарезали. Хина. Убили. Ищем убийцу. Быстро. Надо осмотреться. Что было прикольно. Волшебник. Должен был остаться след. Должен был остаться след. Она точно так же убежать могла просто. Вы там ушли, блин, на фейте играть. Сюда. А вы... Женщину одну в доме оставили. Она... Все, ушла и все. Никто ничего бы ей не сделал. Ищи свищи, как говорится. Я, правда, идти, наверное, некуда. Ее, по факту, муж бросил. Я почему она говорила, типа... Если что, убей себя. Ну ты видишь, я же записку читал, там написано было, если что, убей себя. Жена. Так, вернитесь. Чуть я ушел куда-то не туда, да? Так. Ой, блин. А, во, вот они. А, во, налево он пошел. Убийца пошел налево. Угу. Зачем было убивать Хину? Предатели знали, что она у нас. Вы все подстроили. Сделали ее наживкой. Зря вы мне об этом не сказали. Я обещал ее защитить. Не давай обещания, которые не можешь исполнить. Особенно, если она не с тобой. Ты же оставил его хер знает с кем. А сам ушел. След всего один. Убийца пришел без помощников. Хина мертва. Так что он нам нужен живым. Бабка агрессивная. Утюгинчи, меня ищете? Он нужен живым. Помогите! Он к этим попал, монголам. Кровь идет. Не хочу так умирать. А у меня все выключили. Ну ладно. Кровь идет. Да, блин. Помогите. Да, блин. Монголы. Крикливый, да? Нет, только не вы. Только не вы. Только не вы. Хати, брат Садао. Зачем ты убил Хину? Я думал ее освободить. Она не давалась. Хотела спасти Садао. Начала кричать, звать вас. Я не хотел. Где твой брат? И поэтому я ты убил? Хера ты конченый. Но не предам. Нихрена он конченый. Не смей умирать! Говори мне, где он? Он мертв. Нет. Хина умерла напрасно. Ее убили предатели, как и мою семью.
Я не могу бросить поиски. Он доставлял брату послание. Может, и сейчас. Что-нибудь нашел? Ой. Карту путей снабжения. Он возил еду в лагеря для выживших. Возможно, Садао прячется в таком лагере. Отправляйся в ближайший из них. Найди главного монаха. Может, он сумеет прочесть карту. А вы? Похороню Хину. Это мой долг. Как закончу, найду тебя в лагере. Хина. Супруг. Вот такой вот супруг. Блин, немножко. А, у меня прокачка, оказывается, есть очко. У меня есть очко. Оберег двойного разрушения, оберег нападения. Что он делает? Серьезность 5% атаки наносит двойной урон. Ну, крит, короче. Ты давай возьмем. Пускай будет, да? Так. Предатель. Так, надо что-нибудь прокачать. Стойку, может, какую? Так, давай выучим вот этот вот. Бурный поток. Я же могу это? Ой. А, вот столько воды. Да. Ага. Отлично. Так, тут что у нас? Поместье Адати. Давай-ка сначала сюда сходим. Там что-то не исследовано. Хорошо. Хороший мальчик. Мне всегда так страшно, когда лошадь прыгает. Выходите! Опять бомжи какие-то. А, будет мне о чем рассказать. Берегитесь меча. Немного пропустил. Кровь на земле осталась, которую он с меча смахнул. Так, там далеко? Далеко еще. Опа, смотрите. Смотри-ка. Ползал там один. Ха. Олень. Быстрей, Нобу. Нобу. Я из-за чата не вижу. Нет, да? Так, мне интересно, я смогу на катанах медведя победить? Оу! Эй-эй-эй! Оу!
Я его победил на катанах. А чем можете похвастаться вы? Ой, господи. Это как ведьмаки с волками на мечах драться, блин. Мое фехтование оказалось сильнее, чем фехтование медведя. Я слишком часто противоборство вызывал. В этот раз я хочу всех порезать скрытно. Так, где я вообще нахожусь? Нахожусь, тут рядом этот есть. Да. Пригнулся, спасибо. Куда он делся? В высокой траве меня не видно, да? Чё ты стрелы тратишь? А чё он стрелы-то? Он тут бас... Ты слепой, да? Хоп! Стрела. Цветок сторожил, да, реально. Оп. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, там что-то есть. Вот оно. А, так это лисица. Лиса. Лисья нора, да. Давай, веди меня. Веди меня, дорогая. Ту-ту. Веди меня, веди. Так, куда она убежала, я сейчас пропустил. А, вот прямо, да? Прямо, прямо. Он возвращается за мной, вот и моя лапочка. Тю-т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 ю. А вот и вознести молитву Китсуне. Инари, по-моему, да? Инари. Восстановите судилище Инари, чтобы открыть ячейку. Осталось еще два. Отлично. Ой. И это мы сделали. А, точно. Я и забыл. Я и забыл, что так можно. А где она? Смотри, она свалила уже. Она не хочет, чтобы ее гладили. Она убежала. Она поняла, что ну нахер. И свалила. Типа опять тискать будут. Так, ладно. Пойдемте к бабке дальше. Раз она рядом. Ну да. Вдруг я решил ее на дуэль вызвать на катанах. Лисица-то катаны сложнее управлять. Так, бамбук. Да, господи, кто готов? Ты готов? Давай, ты готов? Вашок.
Куда ты лезешь-то? Вот там большим щитом, смотри, чувак, да? А все, он сдох. А, я думал, он умер, не? Я руку отрезал, да? Не показалось сегодня урок? Я ему руку отрезал. А нет, с руками. Ну ладно. Спасите! Подожди. Вы выжили при комоде. Я спасу тебя от ужаса в жизни. Иди. Береги себя. Это вам, господин Сакай. Господин Сакай. Посмотрите-ка, светлячки. Ваша легенда крепнет. Общая надежда. Максимальный запас здоровья увеличен. А, я выбрать могу теперь. Бомба с черным порохом, дымовая бомба, бомба-липучка. Колокольчик. L2, R2, все, бросьте колокольчик, отвлечь внимание врагов. Это хорошая вещь, по идее. Это чтобы убегать. Это бомба просто. Это во врага кидаешь, он охеревает, взрывается. Да что тебе этот колокольчик, господи? Я вскрыл. Эти колокольчики пригодятся. Стража может пойти проверять, откуда звук. Колокольчики. Одни колокольчики на уме. Смена оружия дальнего боя. Надерживайте L2, есть под лицо. Понял. А, это вместо лука, типа. Колокольчики вместо лука. Ты сама сказала рыжего убрать. Что за претензии вообще? Сама сказала рыжего, и потом недовольна, что он рыжий. У меня птичка это куда-то ведет, очевидно. А в лагерь, походу, нужно найти монаха, который управляет лагерем. Возможно, он сумеет прочесть карту, что я. Я думаю. Его не хотел, чего ты взяла? Сразу бы стало легче. Даже если монголы захватят всю силу, мы все еще сможем молиться. Господин, монголы захватили мост на дороге к источникам Хиёси. По этому мосту часто ездят путники. На них легко будет напасть. Я попробую разобраться. Спасибо вам. Господин Сакай, я так рад видеть вас. Мини-квест. Могу я помочь, господин? Так, а что ты... Всегда рад вам помочь. Увеличение бронебойного оружия. А, колокольчики могу увеличить. Неправда. Простите, но этого мало. Это все обман. Продать. Шкуры хищника. А, ну, шкуры хищника нужны. То есть надо медведя убивать. Что ты делала? Спасибо. Всегда рад услужить, господин.
Торговать нынче тяжело, господин. Рад вам услужить, господин. Наборы мечника. Вот, хороший человек, продает зайцы за цветы. Представляешь, ты торговца цветы принес, он тебе раз, внешний вид. Тень воителя, крадущийся тигр, глаза снежного демона, слезы императора, кривого морского дракона. В кровати на укладываюсь. Безупречный воин. Нет, мне ничего не нравится. Безупречный воин. Принесите еще и вещь ваша. Блин, я хочу еще один цветок, чтобы вот эту шляпу взять. Вообще, хотелось бы более остроконечный такой, знаешь. Может, купим какой-то этот меч? Тебе нравится какой-нибудь? Тигриный, к примеру. Меховой. Что, тигриный? Вот кривого морского дракона есть еще. Слезы императора. Глаза снежного демона. Крадущийся тигр. Тень воителя. Ты уверен, что тигр? Ты уверена? Все уверены? Точно тигр? Принесите еще и вещь ваша. Символ настоящего охотника. Вот такой теперь у нас. Вот. Ой, господи. Теперь у нас тигриный хвост вместо этого. Дзюн Син, я должен был догадаться, что ты здесь. Чем могу служить, господин? Хорошо знаешь округу? Мы тигренок. Я организовал эти лагеря. Эта карта тебе знакома? Мы даем такие тем, кто развозит еду на телегах. Тут отмечены лагеря, чтобы никого не обделить. Это что, кровь? Посмотри, здесь только ваши лагеря. Я слышал, что в Ариака наши люди убивают друг друга. Предатели губят невинных людей. В клане Адати погибли женщины и дети. Помоги нам найти убийц. На этой карте отмечен маяк Ариака. Уже три. Ты это написал, их стало три. Люди говорят, там засели разбойники. Я без понятия, что это такое. Гораздо хуже. Прибыла госпожа Масако. Думаю, она захочет говорить с вами. Кто-то за мной следит. Масако. О, тут что-то рядом есть. Масако. Приговоритесь, Масяко. Что ты узнал? Чё, нет, привет, здравствуй, не? Друг мой, сразу сходу, чё ты узнал? Клан Адати построил это для Ариака. У предателя нет стыда. Садао защищает. Мы не сумеем подойти незаметно. Пусть. Дадим предателю время, чтобы он успел ощутить страх. Уже пять. Идём. О, предатель. Предатель.
Куда ведешь ты меня, ветер? Куда-то к проблемам, походу. Блин, этот вопросик, который рядом, он покоя не дает. Ой, ты куда ты? А, она за мной? Бабка за мной? Для своего возраста ты очень много бегаешь, я бы так сказал. О, привет, Гоут. Лисья нора. Где? А вот лисичка, вижу. Лисичка. Вдвоем веселее, согласен. Лиса. Ту-ту-ту-ту-ту. Скорее, сюда! Да-да-да-да-да-да-да. Мне важнее за лисы побегать. Если не забуду, поглажу, да. О, молитва. Личичка. Конечно. Так, вот где она? Я помолился, где лиса? Где лиса? Куда она делась? Кто-нибудь видит лису? Я не вижу лису. А, вот она, вот, смотри. Хвостиком. Хоп. Как-то не там он ее гладит. По-моему. Не в том месте ты гладил лису. Так, все, надо идти. Бабушка, извини, пожалуйста, но лиса была важнее, чем твоя... Чем то, что твою семью перебили всю. Оп. Ага. Ага. Вернитесь к союзнику. Терпеливо дожидалась меня, да? А я тебя бросил из-за лисы, ты слышал? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Почему Садао вас предал? Я обвинила его в краже риса. В том, что он ради денег обрекает людей на голод. Я обвинила его в краже риса. Не хватало риса из-за него? Я не смогла ничего доказать, но это было настоящее бедствие. Я знала, что он что-то скрывает. Мерзавцы хорошо скрывают свою натуру. Ага. Лисичка, сестричка. Снаружи охрана. Трус прячется на самом верху. Садао! Я пришла за твоей головой! Блять. Бешеная бабка просто. Ну, сразимся! Сразимся? Давай, дуэль, и давай. Чего ты ждешь? Хоп! Что, давай, второй тоже пойдешь? Ублюдок,